сегодня понедельник, мы в офисе 1580. Сергей, здравствуйте. Расскажите, что произошло за выходные? Выходные у нас прошли сравнительно спокойно. За вчера у нас два пожара. Один в частном секторе Монастырская 50, горела крыша частного дома. И на маршала Бирюзова 88, это кооперативный дом, короткое замыкание в щитовой. Там было тоже задымленность. По первому сильный там пожар был? Ну, пока пожарные нам официальной довідки не дали, но вроде, я так понимаю, что не особо серьезно, без пострадавших. Ждем пока, когда нам официальную справку дают, и там, если будет какая-то информация, вам сообщим. Значит, на сегодня передают нам синоптики штормовое предупреждение по ветру 15-20 метров в секунду. То есть упадов мы пока еще не ожидаем, но желательно, да. Температура у нас на сегодня ночью минус 3,5 было и днем 2,4. То есть и плюс, и сильный ветер. Да, но поскольку сильный ветер, рекомендуем водителям не парковать машины под деревьями. Ну так, в принципе, более-менее спокойно, значит, по отоплению, к сожалению, пока еще три дома и остается, пока по срокам точно еще сказать не могу, ну так, более-менее тихо. А газ подключили, там вы говорили? Да. Там дом покрасили, уже сделали, то есть, в принципе, у нас все спокойно. Все спокойно, да, и ожидается погода хорошая, почти хорошая, не считая сильный ветер, машины не ставим. Всего хорошего настроения и позитивной рабочей недели. Спасибо вам, Сережа. Спасибо вам.